Ребята, здравствуйте. У нас есть Манта ГА 2003 года. Мотор D2866. Топливная система Bosch 6.1. Так, проблема была вот здесь. Протекала масло, поменяли сальник. Сейчас надо выставить газораспределение. Сначала надо ставить вот эту метку, вот посередине надо ставить, как видите. Откручивается вот эта заглушка, сливается масло. Потом отсюда, когда насос будем ставить на машину, закрываем заглушку, заливаем отсюда масло. Следующий шаг, надо ставить точка ОТ на маховике. Сейчас я вам покажу, где, как, что. Как видите, я машину поднял. Сейчас покажу, где, что. Надо сделать. Шли туда. Вот, маховик у нас, вот лючок. Как видите, я уже выставил на ОТ. Обязательно. Но бывает, ставится ОТ, и первый цилиндр, не на первом цилиндре отпущены клапана. Надо обязательно подняться наверх, проверять клапана. Если не отпущены, то еще один раз круг делать. Сейчас покажу, где что. Вот сейчас мы наверху, вот здесь первый цилиндр. Снимаем крышку. Я уже расслабил. Так, и проверяем, что оба, и впускной, и выпускной. Вот шатка была, то есть опущенная, а не правильно там. Еще покажу, вот здесь надо ставить насос. Насос находится здесь. Надо открутить, вот, отсоединить все фишки, отодвинуть здесь. Фиксировать, чтобы мешал, чтобы ставить насос, чтобы не прокрутилась шестерня. И вот мои инструменты, все вот так. Сейчас будем собирать. И потом покажу, когда завожу уже, покажу продолжение видео.